осознавая роль семьи в жизни общества, 15 мая Генеральная Ассамблея ООН объявила Днем семьи. Семья – ячейка общества. Таким сухим и формальным языком пишут о семье в официальных документах. Разве это соответствует реальности? Ведь семья – это самые близкие люди, которые окружают нас всю жизнь. Это атмосфера любви, понимания, доброжелательности, дающая толчок к формированию и развитию любого члена общества. Это та база, на которой существует цивилизованное общество. Без нее человеку существовать очень сложно. В нашем городе возраст, в котором сланцевчане вступают в официальный брак, обширный – от 20 до 80 лет. Но, к сожалению, по сравнению с прошлым годом, желающих создать семью поубавилось. Что думают жители нашего города по этому поводу? И какова роль семьи в их жизни? Да и нет, конечно. Какая это семья, если нет детей? Это вся радость. Что для вас семья? Все. Не переоценишь значение семьи. Это очень важно. Люди, конечно, есть такие, которым свобода там нужна. Но все хотят семью. И все хотят дружную семью. Как сказал Клинт Иствуд, не надо бояться давать людям пистолет, надо их просто правильно воспитывать, чтобы они ими не пользовались. Поэтому воспитание в семье – это наиважнейшая часть, это основы человеколюбия, гуманитаризма. И, в принципе, это самое главное, что формирует человека как самого человека, с большой буквы. Семья – это благодать. Если вместо девчонок, если парни рожаются, очень приятно. А сколько лет вы живете? Ой, да если так, лет 40 уже. Семья – это крепость нашей жизни. Если нет семьи, значит, нет и жизни. Дом, дети, муж. Семья, я считаю, это защита, это такой надежный тыл. Опора на мужчину, в жизни идти плечо к плечу, счастье, любовь, взаимность. И деток побольше, они самое счастье в жизни. Взаимопонимание и любовь, конечно же. Уважать друг друга и любить, это самое главное. Это значит любовь, счастье. И дружба. Слово «семья» имеет в своей основе корень «семь», имеющий отношение к продолжению рода, к воспитанию детей, что все года считалось и считается главным предназначением семьи. Поздравьте, обнимите своих дорогих, любимых, родных с Международным днем семьи.